Всем привет, дорогие зрители! Нашел квартиру в студию 1+0 за очень хорошую цену. 32 500 евро. Бюджетная квартирка в районе Махутла. Недалеко от моря, максимум 470 метров. На улице Ататюрка. Значит, здесь вот такой лифт. Открывайся. Вот такой лифт. Вместимость 5 человек. Также с этой стороны у нас лифт. Вот такой коридорчик, лестничная площадка. На этаже у нас 8 квартир. Так, вот эта квартирка. Инфраструктура тоже есть. Она продается с мебелью. Вот такая прихожая. Общий нетто, жилая площадь, здесь 30 квадратных метров. Вот это санузел. Есть проточно-нагреватель Вейто. Вся техника Бека, индукционная плита, микроволновка и холодильник здесь, Арчелик. Вот такая гостиная, спальня и кухня, все в одном. Так, телевизор Аксе. Вот такая квартирка, маленькая, ну для пара может жить или один человек кому-то. Пусть живет наедине, допустим, хочет одиночество, вот как раз квартирная, или для аренды пойдет. Вот такой балкон. Здесь инфраструктура у нас, вот бассейн. В той стороне беседка, зона отдыха, зонтики, шезлонги есть, баскетбольная площадка, также мини-футбольная площадка. И с этой стороны у нас беседочка, так. И вот аквапарк тоже работает, одна горочка у нас, вода поступает, здесь детский бассейн, есть мостик с этой стороны. Вот. Хочу подвести итог. Айдат здесь, короче, 100 лир. Дорогие зрители, ну как вам квартирка за такую цену? 32 500 лир. Есть у меня здесь еще одна квартира на верхнем этаже, где-то 8 этаж. Там цена 35 тысяч евро. Там только застекленный балкон и мебель другая. Кого заинтересует это предложение, дайте знать, я вам отправлю всю информацию. Все, расстояние отсюда до моря 470 метров максимум. Это улица Ататюрка, на ней есть вся инфраструктура для жизни. Амигрес, пекарня, ресторан и тому подобное. Все, с вами был мистер Агаси и Сон Снавани. Всем пока-пока.